такое. Подскажите, пожалуйста, а кто конкретно принял решение о приеме больных коронавирусом? У нас нет, извините, не очень хочу на русском отвечать, но отвечу. У нас нет больных с коронавирусом. Мы принимаем граждан Украины, которые не больны коронавирусом. Извините. Откуда вы знаете? Вот хочу и знаю. Вы знаете, вы... Ну, на каком основании вы решили? На основании обследования китайскими врачами, на основании осмотра нашими врачами, эти люди приехали на обсервацию. Это граждане Украины, это не граждане России. Граждан России мы бы не приняли. Вы даете гарантию, что коронавирус... Извините, я вам все ответил. Я вас слушаю. Все, дякую вам за высокую.